Спасибо, родные, спасибо. И я повторяю это и буду повторять всегда. Не бойтесь говорить спасибо своим близким. Не бойтесь благодарить за каждый прожитый день. Не бойтесь быть благодарными за то, что вам дает силы. Не бойтесь говорить о любви к ближним своим, к родителям. Это очень важно, потому что спасибо – это означает «спаси Бог». И только так происходят чудеса. Вот сейчас я с радостью приглашу на эту сцену нашу гостью из такой замечательной страны, как Коста-Рика. А Коста-Рика, они специально к нам приехали сегодня, а солист и ее учитель, я вам его потом в конце представлю с радостью. Это знаменитый профессор в Латинской Америке. Это Национальный институт искусств города Сан-Хосе. Итак, Синтия Сато, пожалуйста, к нам. И Синтия вам подарит сегодня лист, большие этюды по Паганини. Компаньоне. Thank you.
Александр Стрельковский, пожалуйста, поднимитесь в зале, поднимитесь. Мы вас поприветствуем, пожалуйста. Это русская школа, повторите. Спасибо огромное, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Это так приятно, что наша школа жива во всем мире.